Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя-легенды. Так, Лига Самураев, две звезды, как бы не одна была, ну-ка давай проверим. Две звезды, ранг 14. Ну да, друзья мои, это и понятное дело, потому что во время работы я не умею. Точнее, не то, что не умею, я не могу играть. Просто, ребята, элементарно не могу играть. И за это время меня, естественно, сбрасывают как можно ниже. Ну а я в противовес должен подняться как можно выше. Только в этом есть баланс игры. Так, ну что, друзья мои, давайте попробуем начать с Майки Космического. Фиговенько он на самом деле бомбанул. Очень даже, я тебе скажу, фиговенько. Так, у нас 56 уровень, у них 46-47. Ну, в принципе, мы должны их разобрать без потерь. Блин, слушай, но у него очень мощная атака, вот эта вот, бурундуками. Помнишь, Marvel, мы с тобой играем, Marvel Snap. Там удар, нет, не Snap, а Strike Force. Вот, в Strike Force девочка-белочка, да, у нее тоже удар вот этот вот. Она призывает орду бурундуков или белок. Вот, что-то похожее у них атаки. Очень даже сильно похоже. Так, ну что, бежим, бежим. Ну тут одного кужеголового, я думаю, будет за глаза и за уши этим охламоном, которые там скопились на той стороне берега. Вот и все. Разобрали их без проблем. Так, ну что, я не знаю, ребят, сегодня до Лиги Мастеров, наверное, одной звезды мне не добраться. Судя по тому, что мы с тобой в самураях, нам еще нужно будет перепрыгнуть все позиции сёгуна. Наверное, не хватит у нас, не то что мощей, у нас не хватит персонажей для этого дела. Вот. Но мы приблизимся. Сегодня что у нас там за день недели-то? Надо хоть глянуть. Ай, ладно, не пойду. Хотя что не пойду, здесь можно посмотреть. Так, сегодня у нас четверг. Ребят, четверг. Дело плохо. Я что-то думал, что уже хотя бы среда. Про вторник я уже молчу, конечно. Значит, четверг. Завтра у меня последний выходной перед работой. Ну, то есть я еще успею поиграть. Ну, не знаю, докуда мы дойдем. Четверг. Пятница, суббота у меня рабочие, получается, смены. Блин, я не знаю, ребята. Ну, я постараюсь, конечно же, перейти в Лигу Мастеров топчик. Это нам нужно практически по одной причине, друзья мои. Мы с вами каждую неделю должны копить максимальное количество платиновых осколков. Это для того, чтобы нам перевести в конце месяца хотя бы одного персонажа в платиновый ранг. То есть, сколько у нас там осталось? Персонажей 20, вот считай. По месяцу это 20 месяцев. Это, твою налево, это 2 года почти. 2 года, ребята, еще. Это я только их в платиновый ранг смогу перевести. А потом еще их нужно прокачать по максималке. То есть, им нужно прокачать тем скиллы, не забывай, до 7 ступени. И... короче, тут еще веселиться и веселиться мне придется. Я думаю, что скоро я эту игру буду с закрытыми глазами играть. Всех про все можно узнать. Ты представляешь? 6 плюс еще 2, 8 лет. И еще там двойка где-то, наверное. 10 лет. Это самая долгая игра. Я даже в линейку, ребята, в свое время столько не играл. Я в нее потратил в свое время, по-моему, 7 лет всего лишь. А это переплюнет десятку. 10 лет моей жизни. Господи, это... представить только. Хорошо, что хотя бы отнимает всего лишь по 20 минут моей жизни, блин. Но все равно, ребят, сумма такая набегает, не кислая, да? Если перевести в расчеты. Так, ну что, ладно, идеальная победа. Давай двигаться дальше. Я тут закрытыми глазами сейчас играю, потому что, ребят, выставляю одного профи-бойца против этих слабачей. То есть я, например, беру, ну, Дони. Ну, давай Дони возьмем и Рафаэля здесь. Мне чем нравится играть на начальных этапах, ребят, потому что противники очень слабые. То есть их можно практически даже не запариваясь разносить всем, что нам под руку попадется. А вот дальше, к сожалению, такая фишка уже не прокатывает. Дальше приходится брать топовых бойцов. И желательно даже не одного, а несколько. И только в этом случае мы можем им прописывать звездюлей. Угу. Вчера, ребят, хотел дома поиграю.
до кроватки далек. Вот как ляпнешь что-нибудь далек, прилег на кроватку, ребята, и вырубился. В 5 часов дня я вырубился и проснулся сегодня в 10 часов утра. Нормально? Химарнол называется, да, вот так вот. А что вы хотите, ребят? Во время рабочих смен недосып, он постоянно накапливается. Постоянно, постоянно, вот, хоть и... Во-первых, по 12 часов работаешь, да? И как бы между рабочими днями у тебя получается всего лишь шиш, да не шиша, поспать. Поспать, а тебе нужно еще прийти после смены, что-то приготовить, куда-нибудь там сходить, что-то сделать. И в итоге получается, что у тебя вообще на сон практически времени мало. И вот так вот изо дня в день накапливается этот недосып. Естественно, он в полной своей мере проявляется когда? На выходных, когда же еще? Когда ты полностью расслаблен и знаешь, что тебе никуда не надо идти. Это хорошо, что когда тебе не надо никуда идти. А бывает, что... А бывает так, что и надо, друзья мои. Какая-нибудь встреча или какое-нибудь дело важное там. А они, как всегда, обычно с утра нам в 8 часов, в 9, в 10... Приходится вставать, уламывать, а потом думаешь, да ладно, сейчас сделаю, приду, кимарну. Но как-то это все уходит на задний план, и ты начинаешь делать свои дела, 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 а потом думаешь, ё-моё, а чё ж под вечер я такой уставший-то, а? Ну, потому что. Вот пробило меня, да, ребята? Из крайности в крайность. То одно, то теперь какой-то недосып обсуждаем. То чай горячий пьем, то капучино. Но сегодня горячий чай. Обычный чай, ребят, горячий. Что-то мне так захотелось. Вот. Так, давай звезданем. Можно было бы, конечно, массовый, наверное, сделать. Массовый же у него, по-моему, это гранат, если я не ошибаюсь. Я про бибо поговорю. Ты куда ты лезешь-то? Титька тараканья. Лезет он там со своими... Это же у него кусуригами, да, в руках? Или как они называются, ребят? По-моему, они... Или кусуригами у нас на цепочках. Черт, я не помню, я уже забыл. Надо вернуться в Shadow Fight 3 и вспомнить. Там быстро тебе объяснят, что и где, какое оружие. Так, 15-20, давай сюда. Вот. 15-20. Ну что, я возьму, наверное, пиццелицевую. Да его тут за глаза хватит. Он бросит свою пепперони, и они все слягут сразу же. С копом. Наверное. Давай проверим. А, у нас Алапекс панцетивки. Нифига себе, ребят. Она слабенькая, ну, маленькая по уровню, а... Да ее дрозда. Ну-ка, бросай свою штуку. Вот об этом я тебе говорю. Мощная, ребята, мощная у него вот эта атака. Поэтому я его в свое время и стал прокачивать. А мы тем временем с собой переходим в сёгуны две звездочки. Две звезды. Так, 15-20. Очень медленно нам дают повышение по рангу, ребята. Так, Шредер, подожди пока. Ну, я думаю, что Рафаэль ролевой справится здесь, да? Обязан, должен, ребят. У него, во-первых, инициатива, во-вторых, он сейчас, само собой, массовую атаку применит. Так, проверим. Так. Ха. Рокстеди почему-то выжил. Почему-то непонятно. Он, видимо, он толстокожий, поэтому выдержал мои атаки. Ну, до Лиги Сёгунов 3 звезды мы однозначно сегодня доберемся. А вот про Лигу Мастеров я вам, ребят, ничего сказать не смогу. Наверное, нам не хватит персонажей, как я изначально и говорил. Все, в принципе, нормально, идем без проигрышев, но персонажей не хватит у нас. Да что ж ты будешь делать? Вот Слэш, ты такой здоровый, такой мощный, с панцирем, все. Ну почему у тебя такая слабая атака? Булава у тебя офигенно здоровая. Ну почему ты их не можешь ушатать? Персонажи намного меньше тебя в размерах, да, намного слабее. И то ушатывают. Он же не может. Не знаю. С чем это? С чем это связано, фиг знает. По идее, если ты здоровый такой, да, герой, ты должен наносить очень много урона. Но вон даже Карайка, она намного тоньше Виали, и то бьет, ну, для своего 70 уровня довольно неплохо. Ну он же, конечно, да. Он же вообще, ребят, как будто специально как вырубает какого-то неуклюжего себе черепашонка. Не-не, друзья, даже, наверное, в Лигу Сёгунов 3 звезды даже не успеем перейти, судя по всему. Так, ну что, у нас Супер Шредер. Раз, два, три, четыре.
Впереди еще один поединок. Ну, может быть, перейдем, но только там на начальных этапах, где-то 99-я, 89-я позиция будет. Но не дальше. Дальше у нас не получится пройти. Как он меня раздражает, я не знаю, ребят, почему-то. Этот Тимати, ничего толкового у него нету. Удар у него какие-то слабые. Нет, не получится. 20 ранг, это нам 20 позиций сразу пролететь. Кажется, не получится. Ну, сейчас проверим, друзья, сейчас проверим. Раз, два, три, четыре. Как всегда, кто-то один остается. Это почему-то Железноголовый. Я бы лучше бы оставил либо Джастина, либо Змею Карая. Железноголового взял бы как раз в команду. Но что-то я поспешал. Ну, давай, Усаги. Так, двоечку рубанул. Крик души. Так, ну это... А, они оба под постепенным уроном, так что... Даже если кто-то из них рыпнется, не успеют. Они не успеют. А если бы даже кто-то из них рыпнулся, все равно бы, ребят, погибли бы от того, что постепенным уроном. Вот я тебе о чем говорил. 99-я, 89-я позиция. Это максимум, что... позволили сегодня взять. Ну, я, ребята, знаешь что? Я вечером, наверное, еще поиграю. Вечерком. Попробую еще набить немножечко. Так, пройти серию испытаний. Ну, давай начнем с этого. А че, вечерочком? Бац, засел, тихонечко поиграл. Да, партийку даванул. В Лигу мастеров вырвался. Че, как говорится, еще надо? Да ничего. Так, ну что, давай попробуем Бакстера накатить. Так, его уклонение даже не помогает ему. Ой, как чихнуть хочется, ребят. Ой. Будь здоров, Алексеевич. Да? Ой. Так. Ну, давай, добивай его. Молодец, красавчик Раф. Что у нас тут? Масуха готова? Нифига, масуха готова. Во. Давай, Крэнк, бей лучом. Бей лучом. Нам надо было массовую сделать, да и все, не париться. Ну все, серия испытаний у нас где пройдена. Так, давай дальше двигаться. Так, забираем награду. И теперь идем по списку. По списку у нас кто? Да, 96 уровень мы прокачиваем Эйприл Кунаичи. А на прокачку, естественно, у нас идет Донателло Ролевой. Так, что там ему надо прокачать? 4 чеп-планшета. Продолжаем, ребята, мучиться с этими чеп-планшетами. Так, один есть. Ой, не то нажал. Так, второй. Неужели? Два планшета. Довольно бы третий. Ну, давай последний. А вот сейчас последний будет, наверное, мне мурыжить до последнего, да? Всю пиццу сожрет мне. Не, вот он. Вот он, друзья. Нашли. Так, и нам нужно еще... Подожди, а какие нафиг планшеты? Рэй, ты че тупишь? Ты проснись, блин, планшеты у нас... Я куда-то глянул. По-моему, вот сюда вот, да, ребята? Да, вот сюда. Вот здесь по умолчанию стояло, я 4 нашел. 6. Здесь было 6. Все. А я нечаянно сюда глянул. Здесь было 10. Показывало 6. Блин. Твою налево. Так, силовые ячейки Крэнга. Одну нашли. Так, ну, а одна это не показатель, блин. Вторая. Да что вы со своими силами? Вы что, не можете мне их дать? Они находиться должны, в принципе, на изи. Третья только лишь. Четвертая. У меня пицца, ребят, подходит к концу. Все, пиццы больше нету. А нам еще нужно, извини меня, сколько? 8 штук. 8 штук еще нужно найти. Офигеть. Я думал, что за сегодня хотя бы найдем. Да, нашли, как же. Держи карман шире. Так, по испыталкам, ребят, пока еще не открыто. Это будет у нас завтра, в пятницу.
Так, это нам тоже уже не нужны, эти жетоны. В принципе, все, друзья. Серия получилась вот такая короткая. Но у нас сейчас, в принципе, так и будет, ребята. Арена, прокачка, арена, прокачка, арена, прокачка. Под конец недели события. Фармим элементы. Все. Пока, ну, естественно, копим платиновые осколки. Больше здесь пока нам делать нечего. Ну, а на этом, друзья, все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.